В Латвии, как и во многих других странах, во второе воскресенье мая отмечают День матери. Обычно дети дарят своим мамам цветы, символические подарки. Семьи собираются за праздничным столом, многие посещают богослужение. А воспитанники Даугавпилсской 6-й средней школы имени Яниса Раниса для бабушек и мам приготовили очень необычный сюрприз. В этом году, ребята, у нас очень хороший парламент детский. Они, зная вот эту традицию, когда мы делимся своим творчеством друг с другом, они предложили, что теперь они могут научить мам. И я считаю, что это была совершенно замечательная инициатива. И сегодня вот они как раз этим и занимаются. Мне очень нравится особенно, как мальчишки себя ведут. Представляете, не мама учит мальчика, а мальчик учит маму, как сделать красивую открытку. Бабушки и мамы были в восторге не только от возможности попробовать свои силы в искусствах декупажа, айрис-фолдинга и квиллинга, но и радовались драгоценным минутам, проведенными рядом со своими детьми. Я пришла к внучке, она меня попросила: бабушка, обязательно приходи, мы будем выступать. Что посмотрела, мы будем вас поздравлять. Вам приятно такое внимание? Конечно. Гордитесь ею? Как же, обязательно. Согласно исследованиям, люди, имеющие детей, чувствуют себя более счастливыми, чем те, у кого их нет. К сожалению, в современном мире семейные ценности зачастую теряются в быстром ритме жизни. Порой мы забываем, кто по ночам не спал, когда мы болели, кто отдавал последнее, чтобы мы смогли учиться и становиться самостоятельными. Поэтому не стесняйтесь лишний раз подойти к своей маме, обнять и сказать ей три заветных слова «Я тебя люблю». Дорогая мама, желаю тебе счастья, здоровья, удачи и чтобы ты могла мною гордиться. Спасибо тебе большое. Я поздравляю всех мам и свою тоже с Днем Матери. Что ты им желаешь? Здоровья и счастья. Поздравляю всех мам и также свою с Днем Матери. Желаю всего наилучшего, чтобы дети слушались. Ну, конечно, здоровья и счастья. Я желаю своей маме здоровья, счастья. Она вырастила 4 детей, один еще растет, один уже выпустился, я еще в школе, сестра тоже в школе. И чтобы еще много родила, чтобы всегда была хорошей. Дорогая мамочка, я тебя очень люблю, желаю счастья, здоровья и всего самого лучшего. Даже когда ты меня ругаешь, ты самая лучшая.